Понятно. Ну так все нормально, да, у тебя все Да. хорошо вроде. Ничего не прикопал там папе? Папе? Не, не прикопал. Еще не прикопал. Себе бы что-нибудь прикопать. А мой прицел спиздили, ночник. Был у меня ночник. БТР сломался. Да, да не, он на крыше БТРа был. БТР, короче, бомбили слегонца, пробили колеса. БТР отогнали на ремонт. И в итоге ночник ушел куда-то. Вместе со спальником. Ну, у мастеров там он, блядь. Элон, мама так и сказала, что он спиздят его, суки. Это пизды надо вставлять ремонтникам. Да не, это а проебался. Он по дороге проебался. Он не проебался. Командиры сказали, по дороге проебался. Пиздят твои командиры, блядь. Ну, может быть. Ясно, понятно. Он полмиллиона стоит, чтоб он не проебался, блядь. Ну да. Конечно, он проебется, блядь. Два таких, блядь, ночничка, блядь, ебать, уже миллион, блядь. Угу. Так вкусно. Там просто не дело. Тут есть пиженый автоматик. Я тут договариваюсь по поводу автоматика или СВДшку забрать. СВДшку тут другой человек договаривается. Тоже. А у кого спиздили-то? Да хуй знает, у кого спиздили, у своих кого-то спиздили. У нас есть оружие, которое числится на нас. То есть на каждом человеке. Угу. Есть оружие, которое, к примеру, 300-х, 200-х, которое остается. Оно все остается. Понятно. У нас. Они не забирают эти стволы, они у нас остаются. Ну, да есть еще интересно. Птур хочешь? Кого? Птур. Это что такое? Это противотанковая фигня. Ракета, короче. Нет, мне такого не надо. Мне нужно парочку. Мне лучше парочку Макаровых и пару Калашниковых. Макаровы, извините, не прокатывают. У нас почти никто с пистолетами не ходит. Мины хочешь противопехотные? Нет, мне не надо ничего такого.